с вами Тимоха Домино и Кирилл Питбуль. Всем привет. Так, ты где? У нас сейчас МПшка, МП, автобусные гонки. Короче, будет круто. А ты где, Кирилл? Да. Я тут. А ты где? А, вот. Блин, а вагоны красивые, капец. Да, кстати. Вагоны очень красивые. Жаль, вот жаль, поездов нету. И этих, знаешь, блин, а ну, вон машины стоят. Глянь, а, на икарцах. На автобусах. О, вообще да. По кайфу сейчас будет. Тимоха, пропусти один раунд за 5000. Да пошел ты в одно место, чувак. Один раунд за 5000. Ты че, вообще? Слышишь, блин, Чепкасов. А, это Чепкасов. Капец. Чепкасов? У меня ХП падает. Да у меня... О, мне дали ХП. Так, кайфово. Чуваки, мы выложим это на два канала, да? Ты же снимаешь? Да. Да, ну, мы выложим это на два канала, поэтому ссылочки друг на друга будут в описании. Да, ссылочки будут в описании обязательно. Ну вот. Так, ну медведи, блин, бегают. Кстати, о, ты зацени мой ID, 3 единицы, прям как машина. Прикинь, надо будет поблатовать, поездить. Ха, да-да, будет нормально. Блин, я хочу на автобусах уже херячиться там жестко. Когда там он типа гоу скажет, и мы бежим к автобусам, типа или что? Ну, строй ровнее, пойдем сядем в автобус, и он этот отчет даст. Нормально. Так. Ты сколько там на карте, на мини-карте автобусов? Я видел, просто? Я видел. Так, Никита Тимкин, привет тебе. Передаю. Где ты там стоишь? Вот, ой. Я видишь. Никит, подвинься, блин. Типа он нас слышит, типа это стрим. Блин, я уже хочу побыстрее. Это будет по мне тоже. Вообще. Блин, это будет круто. Серия. Мы вообще не собирались снимать вообще. Да, это не в плановый, не планированный. Да. Я МПшку еще ни разу не снимал. Да, я тоже, по-моему. А, не, я снимал МПшки, гопники, драка на поле. А, ну, блин. А вот это водолей, вот это, знаешь, водой брызгает, вообще такая хрень. А. Неинтересно. Да, я понял. Что он пристал сюда, этот вояка, блин? Ты не админ. В обычный чат, молодец. А вот эти Чепкасовы, видишь, они потихоньку поднимаются. Я знаю. Красавчики, чё. Да потому что они хорошо... Поэтому. Да? Пинахуй меня, задолбал уже. Я помню, это был мой любимый подписчик, а потом он себя начал вести, блин, как обезьяна. Начал подстегивать, короче, такое. Ну ладно, ну, да. Не обижайся, ты нормальный чувак. По-любому посмотрит. Ты этот один видос. Победитель, какой приз. Недалеко от вас стоят автобусы, но мы не слепые. Тюрьма розовый. Так, а ну я всем выключу, буду бежать. Ты какие все божьи там, хули смотришь, басота, такие блатные. Сейчас, блядь, зайдет этот Жизи, блядь, они все басрутся. Да, да. А, Иван Иванов. Смотри, эй, хуйло, ебать. Блин, нет у меня гана, жалко. Это да. А вот это Георгий Насосов. Ваша задача доехать до моста города. Ого, вот это будет МПшка жесткая. Валим, 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 валим. Быстрее, быстрее. Мост город Южный, так это шо, да. Очень далеко. Да нет, ну похер. Топ. Мой розовый. Блин, ай-яй-яй. Сели в автобусы и никуда не ехать. Пошел нахрен, чувак. Это мой автобус. Эй-эй, куда ты меня давишь, блин? Ты шо, падла? Как они задолбали, они меня с автобуса выкинули. Да? Лучше сзади ехать, потому что будет жопа полная. Блин, мне нужно автобус какой-то украсть. Чуваки, воруем. О, я хотел у тебя спиздить. Да пошел ты. Блин, вот автобус не занятый. Капец, у меня FPS приседает до жопы. У меня так уже 2 FPS было. Это нормально. Прикинь, на автобусе 1000 километров. Походу, на нем сегодня ездили. Я нашел автобус. Куда они щемятся, сука? Капец, а, идиот. А, да, моста Южного, это ехать через Кремль аж. Через Арзамас. Через Кремль Арзамас? Да. Это ж дорога ведет, ты не знаешь, куда она ведет? Все, я понял. Мне просто показалось, что мы сейчас стоим на трассе Батырево-Южный, понял? Не, мы Луткарино. Ебать тут мясо, пиздец. Это жопа. Кто вылезет, все, отъезжайте назад. Я сейчас припаркуюсь по-царски просто.
Капец, чтобы они тебе хп не бараны. снесли. А ты где вообще? Я, ну ты же помнишь, там где был, а, там видишь, видишь, я возле розового стою, короче, бежевый такой. А, да, но цвета же не у всех Да. одинаковые вроде. Я знаю, я же возле бежевого стою. Ну вот розовый, я за розовым стою. А, за ним? Сбоку, сбоку, сбоку. А, понял. Ну вот, смотри, видишь, я накрыт стал автобус. Капец. Ну, видишь, я протесняюсь, но. А, да, у меня ты белый. Это я. Капец, просунулся так. Я, видишь, между вами стою, Он между тупо меня белыми. назад толкает. Да. Капец, тут еще один идиот меня бьет, блин. Блин, это Чепкасов. Любой как, траектории можно ехать. Да нет, наверное, надо ехать именно прямо. Да, конечно. По дороге. Ну я буду так ехать. Мне честно назвать, выиграю или нет, я хочу просто поворот. Да, мне тоже. Я тоже хочу просто поучаствовать. Сзади, кстати, видел, поставили тоже поезда. Да, да, да. Слава Украине. Скажи быстро, поезда, поезда. Поезда, 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 поезда. Че ты материшься? Как смешно. Это так школьники с него играли немного. Идиот, блядь. Это ты пишешь, а, да. Да, так сука, этот идиот, блядь, бьет автобус, сука. Сука, ебать и блан, блядь. Пошел нахуй. Капец он меня бесит. Он, чувак, извиняюсь за маты, но это, блядь, сука, ведет себя так, как о, обезьяна. О, спонсор мероприятия, смотри, кто. Ну, блин, а кто? Это же не помогали им поделать. Давайте речи, блин. Три призовых места, Керри. Мы что, будем снимать, как стоим 10 минут? Капец, вот это скриншоты. А ну, надо скрин сделать внутри. Обязательно сделать для превью, я крикнул, охуенно. Это, конечно, красиво. А? Да давайте уже первое место 100 тысяч. Да ну такое, конечно, больше тут веселье, чем деньги. Конечно. У меня еще 1000 хп на автобусе, вот это я красавчик. А у меня 924, блин. Один пидор поехал уже на автобусе, я походу психанул, думаю. Походу психанул. После МП сразу свалишь, чтобы автобус не забрали, понял? Окей. Да это будет жопа, конечно, если автобусы не заберут. И их не так много, как я думал. Да, я думал, штук 50 хотя бы. Тут да штук... ты жрёшь, каких 50? Тут, наверное, 20. 59 тысяч у меня. Да? Да. Сука, нищеброд. Сам на себя посмотри. Нищеброды не ездят на автобусе. Так ты на автобусе. Какой дебил меня выталкивает, сука. Даунница тупая. Ты успокойся, успокойся. Да я стою спокойно, но меня таранит, блин. Так и меня вы сколько дебил? Таранили. Поговорим на старт, сейчас, готов движок свой. Кстати, я заведен. Бензина главное, чтобы хватило, блин. Внимание. Сука, погнали, блин. Дрифтуй тут вы передо мной, марш. Я сейчас вперед вырвусь. Я! Давай, Кирюха, жми! Автобус, автобус! Это просто жопа. Кто там вообще через поля поехал? Смотри, да начали едут. Разъезжаться. Да пусть едут через поля. Походу можно по полям ехать. Нет. Копачину нахуй. Да не, можно, можно. Ого, тут такое ДТП было. Сука, по полям ездить, сука. Проебал, блядь. А ты по полям поехал? Да. Ну ты дурак, я тебе говорил, не надо, возвращайся. А ты прям поехал? Я возвращаюсь, просто я не успею первым теперь ехать. Вот я знал, блин, что надо по маршруту ехать. А все поехали по полям. Да. Там еще краш-зона будет. По полям не ездим. Я не знаю, ты куда поехал? Ты через Кремль поехал? Да, через Кремль. Я второй еду. Я тоже. Прикинь, если надо через Кремль и побеждаем, я, ты, вот этот чувак. Слышь, смотри, сколько он гонит. 104 км в час, как у меня шаха. Нихера себе. Я тебя, кстати, не вижу, блин. Да, мы уже прям возле Кремля почти. Вот, блин. А кто-то сзади меня едет. Да, что, лоханулся ты жестко. Я же говорю. Ты что, не поднимаешься по дороге? Или я поднимаюсь уже. Так это я впереди тебя еду. Да. Ты на голубом автобусе едешь? Да.
Да, это я впереди себя еду. Это красавчик. Вот это я по-царски зашел. Тапку в пол. Мне кажется, мы проебали, потому что это было ехать по полям, не следят все равно. Это был просто пугач. Не знаю. Да ну похер, в принципе. Зато ну, на автобусе да. Можно будет покататься, подавить рыжиков. Поработать можно, потаксовать, типа. Ну да, только его спиздят, когда ты будешь таксовать. Я уже таксовал на ББ, хватило. Не, это угарно, конечно. Да. Я попрошу оставить его, сделать тест-драйв на Икарус. На Икарус? Да. Ты жесткий, конечно. Но это не сильно эксклюзив, потому что он есть в ментовках. Ну да, в принципе. О, аккуратно скорость стоит. Видел, видел, спасибо. 117 километров пробег. Почти вообще сосочка. Пацаны, только с завода. У него даже лампочки в салоне горят, прикинь, да? Вот навесные. Да, посмотри. В натуре. Жесть. А когда выключаешь я фары, не горят. Я себе оставлю. Еще сверху фонари горят. Да, сверху. А когда выключаешь фары, не горят. Круто. И салон не горит. Да, да. Каев. А ну, это, нажми. А, не все. Ой-ой-ой, все. Кайф. А подумай, только правильно поехали. Пусть за нами коляда смотрит, короче, типа, что мы правильно. Напиши ехали. Ему в репорт. Хотя они могли идти... Щенок, блядь. Это было жестко. Перевернись, залупа. А куда тут ехать, налево? Так я тебе и сказал. Топ. Давай, давай, давай. Есть! Я перекинулся. Погнал дальше. Американ бой. Уеду с тобой. Блин, разбил Икарус. Вообще не по кайфу. Что-то, блин, по полям не едем, даже никого не кикнули. А он, походу, не умеет. Он, походу, младший администратор. Он не, он да? Администратор просто. Ну, блин, тогда не знаю. Он, наверное, не смотрит просто. Тем более, приз, ты не туда поехал. Как не туда? Дурак, ты по длинной дороге поехал. По какой длинной? Ты сейчас... Ты блин. Через замаз будешь, через батарею будешь. Твою мать, Кирилл, подожди меня. Надеюсь, вдруг я выиграю. Тут чувак стреляет аккуратно. В семерку. Но еще никто не приехал первый. Ну понятно, что не приехал. Блин, надо было развернуться нельзя было. Так бы мы первый приехали. Два победителя может, кто определились? По полям ехал, слышишь, может по полям кто ехал, определились. Да ну блин, так нечестно. В натуре, слышишь? Могли по полям нельзя ехать. По-любому по полям ехали, потому что по-другому не проедешь. Да. Не, они там сворачивали, ты же видел? Да через Бустаево там крашит, они не могли там проехать. Да они далеко не всегда они всех крашат. Ну все равно. Меня, например, там вообще не крашит. Вдруг я доеду еще. Походу нет, по-любому я не успею. Хотя бы третьим, блядь, приехать, было бы вообще по кайфу. Ты чувак едет на дальнобойщике, на охеревший карус прилетает. А я на двух колесах на Икарусе валю. Блять, я перевернулся. Остановись полностью, он быстрее так остановится. Вот так не встанет, если будет ехать. А, все, то я уже еду. Блин, ну внешне не так уж он и есть, плох. Есть, я походу третий. Да? Или это рыжики дерутся? А, это рыжики просто дерутся за автобус. Я не первый. Хотя, может, я третий приеду. А не, походу. Или да, или не. Я сейчас посмотрю. Окей. Блин, ну я третий приехал. А нет, там уже автобусов дохуя стоит. Да? Угу. Они просто разбираются, кто там третий, типа. Блин, вообще хина полная. Капец, да, он забрал автобус. Тут 6 человек приехало. Да они все по прям ехали. Скажи, они срезали через Бусаева. Я написал, они все через поля ехали. Автобусы, кстати, все убрали. Да и я ж уже бегу пешком, блин. Дайте, блин,
Пиздец, чё мне бежать, блин, пешком теперь? Не, мне тоже. А, я говорили, пойду за скутером. Давай, наверное, будем заканчивать видос. Да, конечно. Всем спасибо за просмотр, чуваки. Подписывайтесь на наши каналы. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, короче, да, ссылки в описании на Тимоху будет. Комменты и на Кирилла, да. Всем пока. До скорой встречи, пока-пока.